Борцы, к вам пехота пришла? Да, пришла у нас. Да. Это включили или это так произошло? У нас миссия такая. Это включили. Туман по плану, как я понял, да? Да. Прогружались, да, там также туман падал. Ну, значит, БМП СР теперь очень плохо видит это все направление. Теперь все очень плохо видят все. Полезно. Теперь можно, грубо говоря, этот... стоять в низинке и работать уже по звуку. Возможно, БМП РМФ сгорел. Кто-нибудь наблюдает? Мета нет? Я вижу, как горит Батыр. Понял. С северо-востока, наверное, откуда за танк его. У нас же, по идее, 100-миллиметровая, да, пушка, как на БМП-3? Нет. У нас снаряды, как это, СПГ. Ага, то есть там пробой, Крым, типа, вообще никакой. Контакт какие-то встретили. Не, ну в жопу двигатель сломали. В теории пушку можно сломать. Пробьем, но... Но у них вся пехота пойдет с лесов, а техника с севера будет прессовать. Они у тебя на крыше? А, да, на крыше. Ну, колесико мыши крутануть, сидя внутри. Да. После этого единственная проблема, что чтобы слезть с этого тура, нужно тоже через колесико мыши нажать. У нас может идти какая-то пехота по востоку? С севера на юг? Кроме Батыра, нет. Батыр на связи? Север, пехота. Отрабатывай по ним. Может, реально Батыр отходит? Ну, он бы ответил, у него же... Да, на Батыр, связи, Батыр. Где работает? Он метку поставил на дверь. Видел, Батыр. Орис, работай тогда на север. Так, Алим, может на север тоже попробовать подвинуться, у нас либо пока пехота еще не тронула. Тренинг, перекатываемся. Заводись. Сейчас будем. Только старайтесь по танк не высовываться, у них еще два танка. Алим, попробуйте как-нибудь встать просто за дома так, чтобы вас востока не было видно, и смотреть север-север. Так, пока стоп. На метке Батыра техника подбитая, это вражеская, да? Это нет, наша сгорела БМП. БМП, это МР, у вас обзор на север-северо-запад есть? Ну, до дома, который тут севернее стоит и все. СПГ еще. Проедь немножко вперед. Там танк был. Танк едет. Там же есть. Пробуйте вы. Еще немножко вперед. Вперед. Стоп. У нас танк пролетел. Уходи. Они ждут, по МП по нашему танк стреляет. Уходи, Беттер. Беттер прорвался. Встречайте тогда его. Хитро, попробую чуть севернее тоже проехать, встречать там танк. Так, уходи назад. Или БТР, который с севера объезжает. Принял. Он откуда стрелял? С севера? Да, ровно с севера. Понял. От нашей позиции. Да, блядь, вот... Господа, не стреляйте с СПГ в эту зеленку, пожалуйста. Так, стоп, сейчас подумаю, как его можно выцепить. СПГ не стреляет. Попадание по танку.
Молодец. Не сгорел с первого попадания? А, не вижу. А, ребята, что? Еще едет с севера, еще танк. Два танка, подтверждаю. Давай вперед, это край леса. А, БМП это попадание. С этого озерца надо объехать. БМП на ходу, попробуй его. Да, отправить. Нет, озеро, все. Блядь, как мы поедем? Мы плаваем, блядь! Бетер, а, Бету нашу уничтожит. Так. По чуть-чуть на север. 20 где-то. Куда танк работает? Видит кто-нибудь? Стоп. А, танк работает по метке... Короче, по северному флагу работает наши дома. Так, давай маунт вперед. Гоша, я же... Короче, волки, если там... Проедь немножко вперед. К южному флигеру. Так, и готовься удирать, если сейчас. Если... Ну, как скажу. Разверни нос на 10. Чуть-чуть вперед. Сука, закатился. Чей тур был? А, ОДКшный, не попали. Какой отязин? От меня ровно 15. Нитро должен будет сейчас когда выехать. Видимость хреновая, учитывайте. Можешь попробовать взять еще север, недалеко с севера на них затянет. СПГ на связи. Так, я пока перезаряжаю ПТУР, держу связь. Звой, там танк или что? Танк, танк, едет на запад, к БМП-2, борцов. Сейчас бы могли выпадать. Так, давай на запад срочно, до края леса. Давайте четвертое ДВ. Бетер на востоке. Четвертое ДВ принято. Проедь немножко назад. Танк обездвижен. БМП, БМД УДК уничтожили танк. Он взорвал? Добиваем. Ходи на юг, нас возим. БМД УДК минус один танк. Мало. А, Нитро, если получится, так, попробуйте здесь на правое за домом, припаркуйся, мне надо перезарядить. А здесь метка у него. Сейчас кто-нибудь наблюдает живой танк.
Там попаданий надо было, конечно, пипец. Он, кстати, пытался меня затаранить, я ему выцелил гусельку. Так, все, я нахожу на перезарядку. Видимо, пока нету. Ну, значит, работа. Так, где последний танк, известно? Пока нет информации. А где БТР и пехота? Можете подвигать метки, пожалуйста? Пока сидел в туре, не было дальней. Актуальный, но БТР поставьте. Если метка не актуальна, удалите, пожалуйста. Батыр, ты жив? У них же три танка, я понимаю, правильно? Да, да, да. Осталось два. Остался один. ХТМР выбил один БТР. Молодцы. Так, Кров, запада метка от тебя 700 метров на пехоту. Так, давай поставить на юг по дороге. БМД, УДК тогда чуть южнее, может пока в город забраться. Этим и заняты. Волки, с севера наблюдаете пехоту вражескую? Волки на дальней. Волки, наблюдайте с севера пехоту вражескую еще. Или БТР. Мама. Вражескую пехоту наблюдаем, близко у нас с севера подходят. Кров, рядом с тобой метка на БТР, только что поставил. СР, вас начали перебегать к вам? Через да, порт? У нас уже в упоре пройти. Понял, воюете тогда. Воюем. Алим, если сможешь, попробуй СРом подсобить немного. Сейчас попробуем, но позиции, честно говоря, безопасных нету. Я понял. Позиция СПГ, попробуйте оттуда снять БТР, на который рекордер место поставил. Принят. На востоке. Давай поглавим дальше. А Спарта не наблюдает этот БТР? Просто я его в тумане не могу разглядеть. Дайте азимут. Я тоже не вижу его в тумане. Туман очень жесткий. Партизан, а у вас там БТР все еще на метке или он же уехал? Не уехал куда-то. Стрелял последний раз там. Я понял, пехоту какую-нибудь наблюдать вражескую? Да вот сейчас на одного наступил. Скоплений нет. Поодиночке, да. По ощущениям, у нас тут максимум одно отделение, все. Ну оставьте тогда их ОДК и там бортам. Уйдите восточным, помогите СРМ, пожалуйста, да, через пушку там идут. БТР ушел на север, к сожалению, не попал по нему первой ПГшкой. Ну ДК начали контакт появляться пехотами. Понял, ОДК, воюйте. Блять, нету прицельной сетки для УГшек. Ёбаная хуета. Совсем? Совсем. Там где-то в два раза хуже баллистик, если я не ошибаюсь. Чуть-чуть неправильно посчитал. Короче, здесь еще и дальномерная шкала, походу, тоже кривая для ПГшек. Метку на бетер поставь. Понял, понял. ТМР, да.
сконцентрируйтесь, короче, в центре города, по домам растягивайтесь, короче, задерживайте их попробуем на время. Так... Хорошо. Спарта, наблюдаем отделение пехоты, южнее 3 километра поставил. Понял, Спарта, работайте, значит, но не подсовывайте, ну, не высовывайтесь, ПГшками не закидали. Старай. Поехали на ту позицию. СМР, сейчас туда тоже пару бойцов придут. СР на связи? Связь. У вас там как? СР и пехота еще живые? Да, живые, живые. Сейчас как раз на юг там эта позиция подойдет. Такого шикарно по меткам Спарта. БМД, ОДК на связи. На связи, сейчас спещаемся, чтобы вас по меткам Спарта поработать. Понял, поработай там, попробуй потом плангануть с запада, с тыла накрыть их пехоту, может получится. Немножко назад. Рагнар, ты заходишь? А, да, на территорию захожу. Чего, последнего танка нет инфы еще? Нет вот по танку. Может перевернулся где-нибудь у них в конце. А Батыр живой, нет? Кто знает. Ну, не отвечал в последнее время. Юго-запад. Спарта, а сколько их было? Всего один? Ну, СПГ спрашивают. Нет, пехота. Вы поставили метку на отделение. Короче, ближе тут бежал один, его убрали. А дальше в лесу отделение, около отделения видели где-то. Так, БМП, ТМР, поджимай. Пора уже, наверное, я думаю, они уже в штурм пошли. Окей. Возможно, их танк зачистится. Может, по нему было попадание. О, выстрел был с танка, кстати. Это БМД, УДК. А, я понял. Давай на север уходим. Так, пехота, по возможности стягиваемся ближе к триггеру. Борсы, ОДК остаются на месте, остальные на месте. Борсы, по возможности, к триггеру. По западному, то есть, к краю города, на север. Сейчас попробуем подготовиться. Аккуратно свои. Попробуйте там промчаться и зажать просто по меткам волков тогда. Если есть у нас техника, бэха какая-нибудь, пускай они отработают, зайдут в опан. Едет БМП, едет. Так, мало мы здесь аккуратно, глядываем за горочку, тут БТР-ка стоит. ОДК не наблюдаешь метки? Пока обходим. Ищем БТР, просто он может нас выбить. Я понял. Стоп. Где БТР работает? Кто наблюдает? БМП ТМР уничтожено. Где-то на 80 где-то. На 80 на 90 за лесом. Я понял. А кто выбил, танк или РПГ? Непонятно. Там БТР сейчас стреляет, у нас двигатель выбит. Стоп, ТМРовская БМП уничтожена? Да, двигатель выбит. А мы к ним не ехали, блядь. А откуда по вам БТР работает? Турк. Да не. Кто раскладывает, а метку ставлю. А, блядь, ничего не пугает. Продолжай, короче, пока. Мы не можем отработать далеко. Хам, на север можешь поработать? Хам, на север вдоль дороги можешь поработать? Какого хуя? БТР протаранил БМПшку и сгорел. 200 метров севернее тебя. Не видно? Я понял, пока нет, не видно. ТМРовская БМП живая? Она выбит. Нет, просто ее сейчас таранил БТР, она еще, по-моему, стоит целая. Ну, в смысле, горит двигатель, но... Что за дичь нам происходит? БМП ТМР минус. Отделением тоже. Давай на восток ровно. Алим, наблюдаешь БМП? БМП, ну там один пехотинец рядом бегает, сама она уже не боеспособна, видимо. Мало. Стоп. Поставил. Развернись на 130 и вперед. Вернее, просто развернись. Там пехота, если что, возле сгоревшей бэхи. Пехотинец как минимум один.
Горит. Только двигатель. Да, да, да. Куда мне снаряды улетают, не пойму. Это танк работает, что ли? БМД в ДК. Наконец-то. Мы живы?